Сегодня уже 24 февраля. Я нахожусь на выставке «Лингерии Шоу Форум». Вот так выглядит в последний день. Компании «Лис» уже много лет, лет 15, наверное, знаю ассортимент, знаю все модели, которые здесь представлены. В настоящий момент представлены коллекции 16 и 17 года. 17 года весна, лето и новые коллекции осень, зима, а 16 год у нас представлена база. Вот мы как раз сейчас стоим у стенда, где представлена коллекция базы. Это есть товар, который на складе в Москве, базовая коллекция в различных цветах, формах, с различными материалами, отделками, аксессуарами. Вы видите, какое разнообразие. Есть глубокие чашки до чашек FG, push-up от 70 до 85 размера, от чашки AA до чашки C. Различные виды материалов, модал, полиамид с эластаном. То есть, а вот что за цены? Это где? Это цены уже в Москве. В Москве, да. Mm-hmm. Вот 22,04 евро, 22 да. евро, 1300 рублей приблизительно, да, вот этот бюстгальтер. Если покупаете вы сегодня этот бюстгальтер, умножается на сегодняшний курс Центробанка и будет цена. Вот там вижу 16. Это модал. Это да. Модал, да? А если предзаказ, там что-то есть, какие-то скидки? Предзаказ у нас есть скидки в зависимости от количества. Начиная от 200 тысяч, у нас начинаются уже скидки. И, значит, максимальная скидка – это 10%, если идет заказ от 800 до 1 000 000 рубля. Понятно. Это коллекция 17 года купальников. Особенность нашей коллекции то, что есть много очень аксессуаров. Значит, первая веточка – это премиум-класса, дорогие материалы, хорошая отделка тоже, различные цвета, формы. Все идет сепаратная серия. Отдельно верх, отдельно низ. Ну или сплошные. Вот здесь да. Это 16 евро, да? Это 16 евро, но это трусики у нас. А, да. То-то я смотрю. Да, сам купальник у нас идет где-то 33, вот этот вот 46, потому что это идет премиум-класса. Значит, такие же купальники в серии Fashion, они стоят 34-35 евро. И молодежная серия, которая вот здесь, вот это получается где-то ориентировочно 23. Вот, пожалуйста, купальничек. 1500 приблизительно, да, ну 1400. Да. Ну, в принципе, немножечко материалы, немного другие материалы, а формы сами, и то, что молодежная отделка другая совсем, поэтому как бы серия это несколько дешевле. Так, это вот то, что мы видим здесь в каталоге, да? Здесь у нас каталог полностью на 17 год. Это 17, а это 17 или 18? Это 17. Вот 17. Это 17 год летом. Год лета, да. На складе тоже есть? Нет, купальники у нас под заказ идет. Мы заказывали вот еще в прошлом сезоне, когда выставка была у нас. А зачем тогда показывать? А сейчас может покупатель это заказать. Допустим, приходят новые покупатели, и их заинтересуют купальники, и они могут делать заказы. И быстро доставить, да? Есть на фабрике уже, да, мы можем доставить. Да. Не все модели, конечно, есть в коллекции. Уже многие модели у нас раскуплены. Но то, что есть возможность, вот здесь представлено. У нас каталог очень большой. То, что представлено, это можно заказывать. Ну, то есть вы предлагаете все-таки людям делать предзаказ, да, и спокойненько конечно, потом... На предзаказ они могут, да, заказать полную размерную торговать. Серию, цвета и так далее. Давайте дальше пойдем. Значит, здесь тоже получается у нас серия Fashion, она средняя, как бы по цене средняя, бюстгальтера идут вот 23 тысячи, ну, 17 евро. Вижу. Это чик, молодежная чик. Серия, вот она, вот это вот чик, вот эта серия чик, это молодежная серия, там цена немножечко ниже. Она сделана, форма, во-первых, у нее, и цвета, и в основном используются натуральные материалы, это модал, шелк с эластаном, различные оформления, сеточка идет, фурнитура немножечко другая, спортивная серия представлена в двух видах бюстгальтеров, бюстгальтера на большую грудь и бюстгальтера, которые идут с застежкой. Комплект 28-29 евро. 20 это только верх. Ну, я говорю, комплект 29. Да, комплект 29. Кроме этого, здесь у нас вот эти есть.
куфаечка и бриджики. То есть полностью комплект для занятия фитнесом. Материалы полиамид, полиамид тартел, то есть тот материал, который по гигиеническим свойствам и рекомендуется для занятия спортом. Так, дальше серия. Это серия Fashion. Она более женственная, красивые материалы, красивая отделка тоже с кружевом. Здесь вот, допустим, взгляд, это ушаб, облегченный гель, чашка АВС, увеличивает подъем где-то на 2 размера. Ну, цена не сильно отличается. Я смотрю, 22, 23, 20 и трусики к 10. Тут 30 евро приблизительно комплект. 33 евро комплект. Коллекцию делают таким образом, что можно выставлять корнер, что идут цвета. Вот смотрите, серый, допустим, розовый, потом идет бордо, опять серый. Тоже можно красиво сделать корнер, оформление цвета. То есть коллекция будет таким образом составлена, чтобы можно сделать красивый. Там у нас Галина Масютенко из Курска, большой почитатель марки и очень всегда активно и так экспрессивно, да, вот она эмоционально реагирует на коллекции. Вон как она, вот, девушка показывает, она заказывает, то есть работает. Последний день и хочется много ездить. Да, да, да. А я хочу еще сказать, что каждая серия у нас есть домашняя одежда. Домашняя одежда, она полностью соответствует оформлению самого белья. Видите, кружево одинаковое, да, да, да. Что у белья, что у домашней одежды. Очень хороший материал. Значит, вискоза с эластаном. Вот данным. Приятный. И вот такой же серии, это эта же серия, только в сером цвете. Она еще тоже вот домашняя одежда. Видите, какое красивое оформление. Горловина идет атласная. И то же самое кружево. То есть, смотрите, категории у вас, значит, корсетное белье, поясная группа, купальники, домашняя одежда, спортивная, для занятия спортом, фитнесом. Я еще не показала, у нас очень хорошее объяснение, корсетная, с хорошей утяжкой, она вот там... Корректирующая, да? Да, вот там вот мы видим. Так, далее движемся. Там здесь уголочек у нас... Selection. Нет, это весна. Весна. Весна этого года. То есть это можно делать до заказа покупателям, новым покупателям. Здесь слева представлена, это весна. Тоже можно покупателям делать кое-какие-то заказы. А в центре представлена вот синяя, черная и красная. Представлена это осень 2017 года. Уникальные модели, потому что аксессуары... А на осень еще идет предзаказ? Да, мы сегодня делаем предзаказ. Здесь модели пушап, балкон, глубокая чашка дойди, мягкая чашка. То есть полностью весь ассортимент корсетов и белья, который только можно. Хорошо. Предзаказ у вас, деньги нужно платить? По предзаказу мы не берем. Деньги не берете? Сейчас, да. Но зато сразу по оплате, по получению ведем оплату. Значит, коммунал получается здесь где-то 47 евро. 47-50 да, евро, значит, 3200, да. Это изысканные модели. Черный цвет такой же. А потом ты говоришь про недостачу, а мы тут пишем эфир. Ну вы поверили же, что это вот на стеночке, она же. Да, 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 вижу. Очень элегантная, красивая. Женщина в ней должна себя чувствовать просто... Королевой. Так, ну вот, а где 18-й год? Есть еще, уже, нет? 18-й есть, но мы его не покажем. А когда? А когда это будет? 18-й год у нас будет, я думаю, так, наверное, полностью уже готово будет в июне месяце. То есть электронные варианты каталогов. А выставляться будем в сентябре, я думаю, в начале сентября. Помните? Значит, пригласим сюда на 18-й год покупателей, чтобы это... Мы сами покупателям ездим, и они могут приехать на шоу-рум. То есть на шоу-руме в июле уже будут наши образцы. Значит, до какого момента вы будете принимать предзаказ? То есть в сентябре люди успеют, в конце августа или нет? Или уже поздно? Вот, на выставке это последний день. Последний будет, да? Заказы. Вот сейчас у нас последние дни делается заказ на 17-й год, на осень. До 1 марта мы уже должны сдать. Спасибо большое, Людмила. Я думаю, и почитатели бренда, и те, кто нас смотрел впервые, оценят. Оценят все это. Вот как Галина так вот... Да. Тоже показывай.
показывать? Нет, ну, я хотел сказать на себе. Здесь, раз ты почитаешь. Обратите внимание, полностью все отстегивается. И вот украшения, которые бретели, то есть можно полностью... это видео? Да, а я так позирую, что сейчас меня стыкнет. Замечательная посадка, очень классно сидит. Посмотрите спиночку, изумительно, все отстегивается. Потрясающе сексапильно. Да. Сейчас очень модно вот эти полосочки, которые у нас внизу, вот на трусиках. Это как бы одно из направлений моды 17-го года. Графично все так. Выразительно. И второй тон у нас, второй цвет, вот такой вот синий, такой же модели. Понятно. Ну вот на этой ноте, такой положительной и интересной, мы закончим наш репортаж сегодня. Мэри сегодня в хорошем настроении. Я очень в хорошем настроении, специально потому, что я домой уезжаю. Пятница, хорошее воскресенье, и я очень довольна с этой выставкой. С нашими девушками, которые очень хорошо работают, хороший сервис делают наши покупатели. И если наши покупатели довольны нашим сервисом, это я уверена, что растем не из года в год, из месяца в месяц. Хорошо, вот роста вам. Значит, в Санкт-Петербурге Людмила, а Зинаида у нас лицо, чтобы было ваше известно, вас узнавали. Вы представитель вообще бренда в Москве. Да. То есть это уже российское юридическое лицо здесь, да? Да. И вы... Все. Зинаида, фамилия? Чтобы... Прошу любить и жаловать. Одна из лучших марок или один из лучших брендов на российском рынке. Смотрите. Предлагаем начинать сотрудничество, пожалуйста, кто еще не работает. Да, пожалуйста. Мы будем очень рады. Приходите к нам. Спасибо. Всегда очень рады. Спасибо, спасибо. Хорошей дороги.